Приветствую вас, дамы и господа, меня зовут Сони, и это легендарная Forza Motorsport 4. И на этой веселой ноте мы сходу рвемся в бой проходить, а такой себе мини-чемпионат на знаменитом треке Sonoma Raceway. У нас Mercedes C-класс. Ох, как он жопой вильнул-то перед носом мини-купера. Я думал, сейчас будет небольшой контакт, но нет. Мы справились. Так, давай-ка в горочку тут чуть притормозил. Воу, перетормозил. Вырываемся сходу в четверку. С красивой такой ездой боком, если это можно так назвать, конечно. С кривой ездой боком. Так, правильнее, Вась, ты что так тормозишь? Что-то этот финик вообще не едет. Но там лидер у нас на ТТ-хе. Задолбал мне этот финик. Потихоньку отъезжает, поэтому надо вырываться. Что-то обходить его. Это у нас заезд номер 2, на самом деле. В прошлой серии, если вы смотрели, мы не успели допройти. И это у нас типа продолжение. Подрезали. Так, врываемся. Задолбало меня. У меня два круга всего-то есть. Я раз победил. Второй раз что-то если... Ты не хочешь ТТ-ха уехать опять? Куда-нибудь мимо траектории, как это было в прошлый раз. Да в рот тебе, сука, ноги! Пошел нахер, задолбал. Подсечку такую себе, полицейский разворот устроил. Но я, знаете, что я тебе хочу сказать? Я уже вижу то, что я проиграл этот заезд, ибо ТТ-ха очень далеко уехал из-за этого из-за которого у меня не было возможности атаковать. Смотрите, как она улетела, эта ТТ-ха. Просто сумасшествие. Неохотно машина порой скидывает передачи на пониженную. Это мне не очень нравится. Тыкаю на крестовину вниз, и нихера не происходит. Алло. Теперь нам надо сильно ускоряться. Но шансов я не вижу, на самом деле. Ладно, одна победа была, ТТ-ха в прошлый раз зафейлилась и слилась. В любом случае, если тут есть очки какие-то учитываются, то я на коне как бы буду. Но такое все равно ситуация сама. Давай, поурчи мне немножко, Мэриан. Надо еще вместо тебя купить что-то новое интересное. Либо нам... А, нам там эти американцы. Вот опять не скидывалось, блин, дважды нажал. У нас там есть маслкары некатанные. Ох, опасно-то как, до поребрика. Очень далеко от ТТ-ха. Без вариантов. Как ни старайся, я, конечно, к ней приближаюсь, но... Меня, короче, финик затормозил на старте и все. Финал гонки, возможно, предрешен. Давай, С-класс! По внутренней боком, сука, врываемся просто на пределе. Чуть-чуть не хватает, совсем чуть-чуть. Ох, как, блин, на грани. Нет, не успеваю я. С дикой блокировкой колес. Я сделал все, что смог. Но ТТ меня наказала. Не стоит недооценивать ТТ. Давай, 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 давай. Ну, блин. Совсем чуть-чуть. И контакт на финалочке. Ха. Охренеть. Уровень водителя 10, ребят. Сейчас нам дадут какой-то автомобиль. Надеюсь, интересный. Блин, финальный аккорд гонки, конечно, был интересный. Первый чемпионат завершён, вы первый в чемпионате. По очкам, как я говорил, видимо, они такие учитываются, я затащил. Потому что ТТ-ха, в прошлом видео, если вы смотрели, совершила что-то вообще странное. Опа, нам широко дают RCZ или Mazda 3. Определенно не Mazda 3, честно говоря, мне пыж нравится. Вот этот RCZ, действительно, один из немногих пыжиков удачных. Ну и широко шикарный автомобиль. Ой, ребята, тут трудно выбрать. Mazda хрень собачья, Mazda Speed 3. Француз или немец? Возьму немца. И многие со мной согласятся, ведь это... Ведь это... Вот что это. Именно вот так вот дамы будут в таких позах стоять. Если вы к ним подкатите на таком автомобиле. С дымком в колесах, а? Божечки ты мой. В зеленом цвете он такси. Смотрится. Давай, беленький, нарядненький, аккуратненький такой себе Volkswagen Scirocco.
Следующий этап. Этот мы проехали. Отлично. У нас впереди 5 состязаний будет. Не уверен, что мы сегодня успеем все проехать, потому что некоторые из них боль-боль. Знаменитая трасса Twin Ring Motegi в префектуре Япония. О, знакомый трек конфигурации нормальный такой, я смотрю. Хорошо. Понеслась. C-класс? Нет, C-класс не пойдет. Мы меняем машину. Мы поедем, наверное, на том самом Volkswagen Scirocco. Да, почему бы и нет? А почему бы нет? 425, смотри, у него красивый ровный рейтинг. Да, передний привод скучный, но зато автомобиль реально красивый. Volkswagen Scirocco. Красивый автомобиль, я бы сказал, даже немыслимо красивый автомобиль. Один из самых красивых хэтчей. Очень прикольный аппарат. Ну что, Ваг, посмотрим, рулишь ты или заглатываешь. Там есть руфтек машинки есть. Пожжем резину. И понеслась. Неплохой старт. Ваг прям валит. Ох, блин. На торможении тут, блин, какой-то Hyundai пролез. А, какой обгон красивый. По внешней. Ёб твою мать, вывози! Hyundai опять пролез. Тут и втек машина, тут как тут чекает. Так, а у нас что, 2 круга всего-то? Так, ребята, что-то мы сегодня заглатываем, я смотрю, нормально. Это вообще не круто. Шансы мои на победу, я смотрю, что-то стремятся очень стремительно к нулю. Втек не едет. Это удивительно. Был контакт небольшой. Кстати, звук прикольный. Того самого контакта. Довольно реалистичный. 2 шпильки осталось. Где там втек? Вот тут. Ему места нихера не оставляю. Хрёбаный втек. Ты пока тут телишься? Блин! Походу я опять проиграл гонку. И слепстрима нет. Я в крайне неловком положении на данный момент нахожусь. С неудобным управлением. В крайне неудобном положении. Рот тебе ноги. Да, я закрыл тебе траекторию. Да, я мудак, я знаю. Но тут такое дело, что уже выбора нет. Боже, как он уехал, улетел просто. Извините, да, некрасиво получилось. Только медленнее вышло. Спешка никогда ни к чему хорошему не приводит. 2 шпильки. Одна шпилька. Все, 2-е место. Грустно как-то это все, я вам скажу. Ну, если сканает, то хорошо, но, блин, для меня вот в моем сердце это не очень канает так. Не хватило мне кругов. И опять же, он слишком улетел. Вот эта вот ошибка на первом круге, все, достоила победы мне. И бодание с втек машины. Разблокирую значок за фанат. А чё фанат? Я не фанат прям.
Кстати, что мне действительно нравится, это Volkswagen Passat CC 3.6, который на V6, полноприводный. Вот то пушка машина. Опа. Renault 5 Turbo. Фух. Чуть не чихнул. Ford Escort RS Cross Coswatch. Coswatch. Как-то так. Дельта. Селика. И страдал. Страдал, кстати, наверняка самая быстрая тачка, среднемоторочка. Renault Turbo тоже серьезный автомобиль. Renault 5 Turbo. В принципе, они тут все на самом деле в той или иной степени хороши. Но мне кажется, что среди всех представленных Ford и Toyota самые аутсайдеры. Надо брать вот эту вот тачку. Потому что эта пушка должна быть. Среднемоторочка, все дела, она должна валить как черт какой-то. Если я не ошибаюсь, то это среднемоторная машинка. В одном цвете, да, я хочу эту машину, а чё б нет. Сейчас даже обкатаем, с удовольствием. Поздравляем, вы завершили это состязание, очередное. И мы перемещаемся в... Сегодняшняя гонка пройдет в жаркой пустыне на трассе Sedona Raceway Park. Опять Sedona. Хорошо. Sedona так Sedona. Ну ага, тут конфигурация такая уже сверпатия. Там колечко рядом, вы видите, есть. Хорошо. Меняем автомобиль. Давайте посмотрим ту самую многострадальную Alanchu. Вот. C425 в хорошем рейтинге тачки нам выпадают. Ты видишь? Че он там хотел? Модернизировать ее еще? Ее облегчают. И хорошенько увеличивают мощь. Оу, ребята, это уже B494. А по-взрослому. Давайте заценим. А эта машина, в общем-то, относительно пушка в стоке, но... А в такой конфигурации это должна быть прямо реактивная пушка. Смотрите, как прикольно смотрятся пейзажи. Конечно, немножко мыльца есть, но как-то так атмосферненько. Ну шо, понеслась? Мы готовы. Врываться в бой. Какая же атмосферная игруха. Давай, Лянча. Надерем им всем жопы. Отличный старт. Среднемоторочка, хоть и на заднем приводе. Она ж на заднем приводе, по идее. А может и на полном, я не знаю. Воу! Контакт с Развалюшином. Много контактов с кем? Да, это точно среднемоторка. Очень вертляво едет. Тут довольно злые у нас, я смотрю, японцы есть. Небольшая ошибочка. Интересный трек. R33 вполне себе валит тоже. Наступаем. У нас всего 3 круга будет. Поборемся еще. Воу-хоу! Среднемоторка позволяет, конечно, очень вертлявенько так входить в повороты. Быстро, на самом деле, интересно. Изумительная машина. Не такая уж она и страдала. Она страдание тут и боль соперникам скорее будет делать. А? Смотри, как пролетел. Сразу, блин. 33-й там потерялся где-то далеко позади. На стартовую прямую вырываемся. Очень круто. Красивый трек. Бочком. Давай-ка поплавнее. Изумительная машина. Блин, я вот еду в эту FM4, не могу понять, как же так они засрали, испокабили движок. Настолько интересно здесь управляется машиной, даже без нормального руля. Круто же. И правильно управляются. Просто испортили игру в будущих частях своим новомодным движком. Звучара шикарный. Все-таки Xbox 360 стоит покупки ради FM4. Однозначно. Очень интересно, очень кайфово. А ну-ка давай сейчас, она не приближается здесь немножко. На этой связке поворотов еще раз им покажем, как надо проходить. Ащ! Пока что мы забираем все 4, вон я смотрю. Быстро типа попробуем повороты.
отметки. О, че это минусанули? Алло. Говно. Вот, блин, мне нравится, как эта тачка. Че они засчитали, опять же. Порой боком именно проворно. Проворно так проходит поворот. И очень весело. Ох, наминусовали-то. Короче, бесполезно следить за... А, дрифт? Воу! Едва удержался. И еще в чуть-чуть, и я плетел бы дальше, чем видел бы. Поребрик. Здесь он выручает, в отличие от Project Cars 2, да? По красоте. Да почему минусанули? Я не понимаю, блин. Хоть раз бы приехал со всеми четырьмя такими вот плюсиками. Эта тачка была просто вне конкуренции здесь. Она уничтожила всех вообще. Оно и понятно, у нее компоновка шасси совершенно другая. Шансов не было ни у одного из соперника. Никакие ни развалюшины 10-е, ни 33-е Skyline даже рядом не валялись, этой лянчик. Охрененная машина. Эта машина когда-то была победителем, и она... таковой и остается. Очень по кайфу такие гонки. Поздравляем, вы завершили это состязание. Двигаемся далее. Европа. В Великобритания для участия в гонке на легендарной трассе Silverstone Racing Circuit. Что за конфиг? О. Автокросс – это гонка слалом. Нужно показать время лучше квалификационного. А конфиг автокросс слалом лучшее время проезжаю между. Обратите внимание, да, конфиг у него, в общем-то, старый. То есть до рестайлинга трека. Что-то его не помню ни хрена, поеду с траекторией. Лянча нас вполне себе устроит, только тут что-то бэха нарисовано. Ну, неважно, что там нарисовано. У нас очень быстрая вертлявая машина, которая может реально задать жару по полной программе причем. Мне прям безумно понравилось, как она ехала. И опять же, если бы у меня был бы нормальный руль, а не это, потому что с этой штукой очень тяжело. Нужно много сноровки, и не знаю, научусь ли я когда-нибудь быстро на этом ездить. Хотя жизнь заставит, наверняка, когда придут какие-то олимпишки, а они тут есть. Ну вот, придется, или там гиперкары какие-нибудь, что, поехали. Слалом на время, значит, говорить. Да. Это прямо вызов. Цель 406. Сочно звучит. Попробуем. Можно было и не притормаживать. Аккуратненько. Плюс 5 секунд. Сука! За счет того, что мне точности не хватает у этого геймпада, я слишком закидываю машины боком сильно. Блять! Так, я понял. Ребятки, это не так-то просто, хотя смотря в каком темпе опять же ехать. Но с обычным рулем я бы без проблем контролировал машину, но с этой штукой это реально вызов. Это реально прямо вызов. Давай-ка попробуем. Мне даже газ трудно контролировать в нужных мне оборотах. Полный буст, мать его. Лучше медленнее, но и не получаешь штраф 5 сек. Отлично.
Медленно, но, блин, четко. Нет! Охренеть, притирку! Стрёмно. Пять секунд получил все-таки. Ну. Охренеть! Очень круто! Я понимаю, что я там еще чуть-чуть и чиркнулся бы, нефиг делать. Да ладно. Рискованный я парень. Вспоминаем школу Gran Turismo 5, да? Не так давно проходили. Это было очень медленно. Но мне опять же сложно контролировать машину. Как? Это было тупо. Я думаю, что на этом я и прогорю. Прогорю стопудово. Шпилечка. Ай-яй-яй-яй-яй, стрёмно. Финиш. Нахрен. Время. 3:13? Чё, шутите, шо ли? Я тут так заморочился, так напряг булки, после всего вон оно чего. Если бы не эти две ошибки, было бы на минуту быстрее. Изи катка, ребятки. Очень круто, конечно. Интересный челлендж, но для меня челлендж именно в управлении. Потому что, не знаю, как это описать словами, но это неполноценный руль. Он, с одной стороны, имеет задержек, то есть я могу резко именно каким настоящим, ну, рулем увиливать и ловить машину. В то же время я переруливаю однозначно, потому что я не чувствую так машину, как должен. Нет обратной теперь связи, в конце концов. Теперь отправимся в Барселону, Испания. На удивительную Каталония. Трассу Circuit de Catalunya. Да, Circuit de Catalunya мы знаем. Это классный трек. Опять же, в порезанной версии National Circuit, да, ок. А, чё за тачка? Мне даже не особо хочется менять, но можно было бы для разнообразия, опять же, подпоменять. Потому что этот автомобиль, он великолепен. Он просто, пока что это лучшая машина из тех, что у меня есть. На чём они гоняли, ребятки? Во, немножко мускул! А в знаменитом Гран-при Испании. Только его... Да не, блин, пацаны. А600? Че, серьезно? А шо вообще творится? Что с ним сделают? Убер-хубер мускулы будут, я вам так скажу. Ну давайте попробуем, че? Сейчас зажжем. Машинку я, конечно, выбрал явно не самую простую. Плюс на тюнячках. Ща, наверное, будет жестенько. Вот теперь мы потихонечку уже начинаем прощупывать нормальные такие тачки. Учитывая, что рога у нас, то это дополнительная сложность для меня. Учитывая, что здесь нельзя менять сложность самих ботов. Вот моя сложность и вот мой челлендж. На самом деле, мне, наверное, не нужно менять. Потому что, вы видите, в некоторых гонках я действительно уже начинаю потеть. И это круто. Потихоньку сложность все повышается. Это у нас всего лишь третье, считай, испытание, да? Третья серия ивентов в спорткары. И дальше все будет веселее. Дальше пойдут там вообще гиперкары. А гоночные болиды я очень жду.
Лиман, конечно же. Потому что в этой игре он вроде бы как прикольный, у меня, по-моему, опять зависла игра. Не, ни хрена, загрузи, долго грузилась. Детализация такая, вполне себе ничего такая. Надеюсь, я не пожалею сейчас в выборе тачки. Потому что можно было бы взять как бы Лянчу. Но вот, блин, мы легких путей не ищем. Да, конечно же, там все у нас на Феррари. На нормальных суперкарах. И тут Сончик, блин. На своем трахтомете врывается, блин. У меня таких тачек нету модных. Обратите внимание, что это у него на капоте там такое? А ну убери свое британское, бля, тормозов нема, ведрище. Ох тышка. Эту трассу я более-менее так знаю, эту конфигурацию. Твою ж мать. Аккурат. Ну не аккурат получилось. Ну шо? Американский мускул или итальянский? Вот это вот, блин, понтовщина. We are number one, ёпта. Не очень, конечно, чисто вышло. За это меня и покарают немножко. Вполне себе рулится более-менее так. Боком валит. Чё нам еще надо? Тут срезали. Ой, тут я не попал. Прям сильно срезал. И вылетаем напрямую. Ха-ха-ха-ха-ха! Три круга. Дрифт на две этих палки. Чё это на капоте там такое? А, тахометр. Ёбушки-воробушки. На капоте тахометр. Сука, я так вообще впервые вижу. А ну вольнём. Я хочу еще палку дрифта получить. Что-то, блин, как-то немного дали. Ладно, поехали тогда в повороты. Упоримся. Там, кстати, Феррари слила Тивиару. Плавненько. Вот здесь они ссут нормально залетать. Да, и это хорошо. До первой передаченьки аккуратненько. Закатываемся. Плавненько ускоряемся. Просто как боженька. Сейчас бы на Испании, блин, хреново ехать. Обожаю этот трек. Минусанули, медленный выход. Минус 3 секунды, товарищи. На своих новомодных вот этих вот колымагах. Только TVR, конечно, стремительно приближается. И тормоза, наверное, попиже имеют. Плавненько. Хорош. Стрёмно. Дрифтанули, потеряли, блин, все плюшки за повороты. Аккуратно, 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 плавненько. Отлично. Реально невероятный трек. Вот тут я тупанул. Ну, что поделать. Я привожу все повороты, все ништяки. Дайте ачивку. Дайте ачивку, мать вашу. Или какие-то плюшки. Что мне с этого будет, я не понимаю. Пошмёрзканная, конечно, тачка.
повторы, блин, вот это вот бы скрыть. Это вообще реально скрыть? Очень здорово. Значок и заголовок «Фанат Pontiac». Повреждения, конечно, получил. У нас уже 12 уровень. Тем временем. Награда за совместимость, понятно. Так, дают автомобиль. И впереди у нас последнее состязание. В классе спортивных хэтчбеков, купе и седанов. Очень долго у меня что-то игра начала грузиться, может консоль там чуть это зажарилась, потому что у меня тут душненько. Ох, ребята. Ford Sierra Cosworth RS500. Ну, такое себе, да? Ну, как бы, да, легенда там, ралли, все дела. Ну, такое себе все равно. BMW M3 E30. Это уже разговор. А вот это... 190 МРС, это не просто разговор, это прям топовое тело. Я, пожалуй, его и возьму. Опять Mercedes, да, что-то я вдарил по Мерсам. Я смотрю Forza Motorsport 4. Ну, блин, он ведь красавец. Один цвет, свободный обзор есть. Ну, да, есть, да нету. В общем-то, заверните, пожалуйста. Вот этот автомобиль действительно крут. И вот сейчас мы на нем и поедем. Я думаю, что гонка будет Zer Good. Очередное состязание мы завершили. И перемещаемся только не в Америку. Давайте в Японию. Следующая опять остановка Америка. В турне – легендарная американская трасса Индианаполис Мотор Спидвей. Хорошо. В какой конфигурации? В нормальной конфигурации. А600 нам предлагают. Блин, я так не хочу тюнить 190 МРС. Я хотел бы в стоке его заценить, но он слишком B500 низкий. Нам предложат его модернизировать. Итак, он становится легче, он становится мощнее, и у него резина немножко, да, побиже. Не резина, а может быть там по подвеске доработки наверняка. Хорошо, давайте попробуем на улучшенном 190-м сжечь на легендарном, как сказали, американском Индианаполисе. Да начнется заруба, две гонки будет. По сколько кругов, интересно? Опять ТТХ. Там Е39 я видел, 9-й Эво, хорошая машинка. Два круга. Ох, Букс! Звук жив, а звук? Звук сочный. Ну-ка, войски. Да по... Ох, заехал ты, братан! А себе мы ездим, блин, ты понял вообще? Пи***ц просто, божина какой-то, вынес меня нахрен. Вот это он, блин, отжег. Так, тут как-то со стартом сложно. Теперь не в пол стартанул, и да, бодрее. Развалюшен затупил. О, там Шелби. Хорошо, ты посмотри, как это ведро полетело. Как стоячего, блин, сделало. Сумасшествие. Давайте без казусов, пацаны. Это вообще не круто, ибо. Охренеть. Главное, что ни с кем не столкнулся. Вот это вот меня впечатляет. Е39. Курва, быстрее давай, хлам! Потому что у нас всего лишь два круга есть. А это чемпионат. Еще до первой скинулся случайно. Давай, прорываемся. Тут RX-7 и чё? А6? Или это S6? Вот это у нас прям немецкая заруба такая на финалочку. Нормальная. Слипстримом. Эта сволочь может быть и турбовая, а может быть и с вэшкой под капотом. Но она что-то не едет. Воу, это что было? Я так заметился нехило. На обочину доехал. Мерседес вертел, блин, эту Ауди, походу. Или нет, мы едем вровень.
Походу, Mazda RX-7 со своим ротором вертела обоих немцев. Пацаны ездят просто красавчики. Боги, подсечку такую сделали, раз, ебали, выбили. Наваливаем теперь на все деньги. Опять это корыто, блин, баварская. Не, ну я же должен, когда сидя на Мерседесе, так отзываться о BMW. Вы не думайте, что я хейтер, я люблю BMW. Гонку я слил, походу. Конечно, черти знаю, очень далеко. Сейчас будет связка поворотов, не знаю. Может, они там поборятся, замедлят друг друга. Это было бы очень в тему. И они таки борются. Но если сейчас Мазда пролетит, то мне жопа. Давайте под воздушным мешком. Посмотрим, на что способен наш Мерседес. Все или ничего. Мазда притормозила. Впереди гребаная Ауди. У меня нет воздушного мешка практически. Хотя, может быть, с такого расстояния что-то и доступно. Скоро финиш. Давай! Врываемся просто прямо перед финишной прямой. Я забираю эту победу. Охренительно. Просто охренительно. Это было сумасшествие, ребят. Очень дерзкая гонка, но очень крутая, как по мне. Вот такие гонки я обожаю. О, повтор включился, смотри, после всего. Вот оно как работает. Мерседес шикарен. Вообще все тачки, которые здесь участвовали, шикарно. Мне понравилось. Впереди у нас второй раунд, поэтому не расслабляемся еще. И последний на сегодня заезд. Нагрев 2 из 2. Второй тур. Ну что за сранцы? Мы опять стартуем с жопы мира. Я теперь понял, что мне на газпол бессмысленно стартовать, поэтому чуть-чуть работаем газы. Понеслась. Опять Развалюшен всосал со своим полным приводом. И Шевроле от Камара не едет ни хера. А этот демон валит, блин, как какой-то гнойный. Только тормозит что-то. Баварский хлам. О, Лотус Эвора тут даже тусит. Ни хера себе. Слишком нервный этот Лотус Эвора. Мы на таком в реале ездили. Знаем, что он из себя представляет. Властелин колес, а ты что, стесняешься ехать или что вообще происходит? Я не понял. Педаль газа потерял или что? Ты ж меня, сука, если подсечку не сделаешь, ты ни хера себя не представляешь. До свидули. Какой звучара охрененный. Все, мне никто не мешает. Ну, я не знаю, что должна сделать Audi, чтобы она сейчас поехала хорошо. Как бы ничего. Хотя наверху, вы видели, все-таки Audi там чуть потом в отрыв пошла. Но она может быть на полном приводе. В худшем случае на переднем, но я думаю, что на полном. Поэтому на скорости она должна как бы даже немножко отставать. Поближе к борту. Машина позади 2 секунды. Почти что. Дерзко, резко. Можем теперь позволить себе. Очень классный Мерседес. Вообще, с тачками сегодня прям прет. Пруха. Реально.
мягенько выжал газ, а как прошел. Только тут траекторию не очень попал. А тут очень не попал. Потерял очко. Ничего, наверстаем. Может быть. Отлично. Правда, игра что-то так не считает. Все, считанные повороты остались. Я просто от всех улетел. Да, и борьба сегодня, конечно, была реально неадекватная. С американскими этими шевролетами. Победа. Изи катка. Пацаны, что-то вы вообще не ехали. Повторы, кстати, на уровне Gran Turismo 5, я смотрю. Работают. Forza Motorsport 4. Вполне себе круто. Вообще эти игры, конечно, совершенно разные, но по крутости обе похожи. Кредитов еще получили бонусом неплохо. 13 уровень. И напоследок там дарят тачку. Чемпионат завершен. На восхитительном автомобиле. Блин, я когда включаю Xbox 360, начинаю снимать Forza, у меня прям аж настроение растет. Итак, Touareg, Supercharged, Q7, Grand Cherokee и Ram SRT10. Ну, самая хайповая тема это вот это, наверное. Но я возьму вот это. Не знаю почему, ребят. Наверное, потому что это самая дичь среди всего того, что было. Grand Cherokee — говно. Touareg слишком обычно. Q7 попса, на самом деле. А вот. Ренджик — это за***ь. Но вот именно. А вот этот вот аппарат Dodge Ram. Это прям... Ну, круто, мне кажется. Пикапчик. Закатимся на пикапчиках в следующих видео. Видимо, Forza видите точно так же, как и Gran Turismo. Отлично. Любят. Вы прошли категорию разные спортивные серии и допускаетесь к участию в категории полупрофессиональные серии. Полупрофи. Это вам не это, ребят. Спортсмен, ачивку нам дают. В категории Lotus полупрофессиональные Elise серии вниманию игроков предлагаются дополнительные состязания. Более быстрые машины и знаменитые гоночные трассы мира. Наконец-то у нас будут нормальные теперь конфигурации треков, да, их там побольше теперь становится. Следующая гонка проходит по мощенным улицам Амальфи на побережье Италии. Круто! Да? Ребяточки, все это будет в следующих видео. Как по мне, FM4 это просто шедевр, Вася. Езжу, кайфую, даже без нормального руля, просто хочется и хочется кататься. Вот прям заходит дико, я сразу по пару серий снимаю, потому что оторваться не могу. А так именно наигрываюсь вдоволь. Надеюсь, что вы тоже наслаждаетесь вместе со мной. Если так, жарь лайк, тогда мы единомышленники. Огромное спасибо, что смотрите мое видео, огромный респект, что вы вообще меня поддерживаете. Подписывайтесь, херачите в колокольчики, чтобы не пропускать новые серии. Увидимся с вами скоро, ребяточки. До завтра, по сути, и пока.